При строительстве дома возведение крыши и обустройство кровли, как правило, приходится на осенний период. Если речь идет о гибкой черепице, то стройку приходится приостанавливать и переносить на более теплое время года. Кровельщики знают, что монтаж гибкой черепицы в холодное время года не рекомендуется, потому что черепица становится хрупкая и легко ломается. Но не все знают, что качественная гибкая черепица на основе СБС модифицированного битума дает возможность монтажа в холодное время года. Это свойство гибкой черепицы обеспечивается за счет того, что СБС-модификатор дает пластичность и гибкость даже в холодное время года. Благодаря этому черепица застрахована от появления микротрещин и других дефектов, которые возникают во время монтажа. Микротрещины на гибкой черепице могут быть не видны сразу. Но при переходе через ноль, вода, попадая в эти микротрещины, расширяет их, что впоследствии может привести к нарушению герметичности всей кровли в целом. На данном объекте монтаж гибкой черепицы происходит при температуре минус 11 градусов. Если получилось так, что монтаж необходимо производить зимой, то для этих целей рекомендуется использовать гибкую черепицу на основе СБС-модифицированного битума. Как правило, при монтаже в зимнее время года монтажники выбирают СБС-модифицированную черепицу. Качественная гибкая черепица имеет свойство спекаться даже под лучами зимнего солнца. При монтаже в зимнее время года, когда температура воздуха отрицательная, нужно соблюдать некоторые условия. До момента монтажа пачки с черепицей должны храниться в теплом месте. Это может быть какой-то строительный вагончик, либо специально организованный тепляк. Пачки должны там находиться до момента набития на саму кровлю. Не стоит забывать о том, что нужно перед началом монтажа смешать ганты из 4-5 пачек. Делается это для того, чтобы минимизировать различия в цвете. Независимо от того, какую коллекцию вы выбрали, пеструю либо однотонную. В случае, когда монтаж происходит в зимний период при отрицательной температуре, смешивание гантов из этих пачек должно происходить в теплом помещении и подаваться на кровлю уже в готовом виде. Это необходимо делать для того, чтобы черепица сохраняла свою эластичность. При монтаже в сложных узлах необходимо использовать строительный фен. Битумный клей тоже нужно хранить в теплом месте и выносить его только в тот момент, когда он действительно нужен на кровле. Это может быть в торцевых местах, в примыканиях. И сразу после его использования нужно уносить обратно в теплое помещение. Монтаж качественной СБС-модифицированной черепицы не имеет ограничений по отрицательной температуре, и он зависит только от наличия теплого помещения. А в целом процесс монтажа точно такой же, как и в теплое время года. Подробнее о этих правилах смотрите в предыдущих роликах. Чтобы бесплатно пройти весь курс кровли из гибкой черепицы «Выбор, монтаж, эксплуатация» от компании «КТПАЛ» и получить сертификат слушателя, пройдите на сайт «Форум Хаус» в Академию «Форум Хаус».